солнышко, дымок. Да, глубокая она у вас. Сильно плохо или что? Не, ну это не плохо и не хорошо, просто достаточно глубокая. А сколько? Она за месяц выросла или я ее раньше? Ну, за месяц или нет, это вам виднее, за сколько она выросла. Сейчас кровотечение остановим тут немножко. Подкравливает. Ну вот, в принципе, все. Сейчас замажем фукарцином. Uh-huh. Это такая красненькая жидкость, похожая на зеленку, как красная. И вы будете также замазывать. Фукарцин, да? Да. Надо зайти в аптеку купить. Да. Я запишу его. Салфеточку закроем. Я ходить нормально могу? Ну, ходить, да. Но первое время... Задача, в общем, чтобы тут корочка сформировалась, как вот над болячками. Поэтому первое время почаще фукарцином мазать. Сколько раз в день? Ну, раза три. Ну, все, и пластырем сейчас закрепим.